И всем привет, мы будем сегодня играть Ультиматум Майнер. Немного поиграл, но жаль, что это все скидывается. А ты, в принципе, сюда снял предыдущую серию, но там все шипело и было все без звука. Ну, с того там пробился очень далеко. Эта серия разлилась буквально на 15 минут. Стоя я не был как дурак. Знаешь, что мы сейчас тут побольше чуть заработаем, чем там. Или нет? Так, кстати, еще хочу заснять кликер 1992 года и Galaxy кликер. Да. У меня какой-то кликер канал. Потому что, я не знаю, просто нет других нормально. Хотя нет, есть. Че его? Есть. Есть другие игры. Кто смотрит в горизонтальном положении, потому что в вертикальном у вас будет, если вы понимаете, если вы на компе или на андроиде, у вас будет смотреть все сбоку. С правой стороны. Все будет плачь за правую сторону. Да. Я сейчас болею. Сейчас продолжаю болеть. А вы... Кто смотрит сейчас это, не жалейте лайков, уже от вас займет не более 2 секунд. Мне будет очень и очень приятно. Так что поставьте лайк, если можете. Хотя что, поставите его. Вы же хорошие. Поставите мне лайк, если вы хорошие. Делайте мне подписку. Потому что мой канал буквально только что был, недавно был развит. Ну вы не смотрите то, что он был буквально 3 года назад. Я просто не знал, через что снимать. Просто не находился время, у меня Android был старый. Вот Android обновился. Я это, Мегафон, не телефон, Мегафон. Сама марка. Ё-моё, он телепортировался туда вниз. Нам доступна кирка. Офигеть, деревянная доступна. Прикинь, еще каменная. Нет, каменная стоит 2 косаря. Стоп, о, смотрите, быстрее камни добывают. Ой, еще быстрее начала копать. Сейчас обойдем весь этот камень. Ой, изумруды. 4 изумруда, почему? Ну, блин, их не давай. Блин, я уже до изумруда дошел, а у меня деревянная кирка. Да. Мы еще будем так очень долго идти, потому что изумруды я не могу добыть. А в предыдущей серии их много легко добыть. Вот чем мы с деревянной киркой, смотрите, как глубоко дошли. Ой. А, блин, у меня есть 5 минут на это все. Золота тут очень много. А теперь добываем еще и этого добра. Так. О, прекрасно. О, смотри, в разы быстрее, чем начало это все добываться. Все, наконец-то мы можем добыть изумруды. Ну что, изумруд, привет, смотрите сами. Сейчас будем добывать изумруд. Извините меня за насморк. И если с голосом будут какие-то помехи, я болею. Да. Кстати, как по-моему, вообще какие-то особые ботинки, хотя он, по-моему, вообще какой-то голый. Ё-моё. Мы это хорошо, что так успели поиметь ее. Всякий. Как мы будем даже продолжать копать. Смотри, как мы быстро копаем, только. Копаем как боги. Если земля, то копаем как боги.
Так. Смотри, как мы быстро капнем все это добро. Уже, блин, сколько, как быстро мы копаем. Да. Ой, блин, а железо. Сколько железа потеряли? Не одно. Одна минута. Думаю, сейчас это выкладка закончится, и закончу серию. А вы пока ставьте лайки, и я сниму еще одну серию по ней. И надеюсь, что по ней набьется еще больше лайков, чем было. По той. Если... Ну, конечно же, хороший. Так. Одна минута. Сколько тут этой залежи? Как понял, это вообще уголь. По-моему, кстати, я там вел дискуссию в прошлой серии, но оно записалось все с шумом без звука. И да, оно записалось с шумом и без звука. Там были такие шипения. И без звука, оно, в свою очередь, как я говорил, записалось. А я вел по ней дискуссию про уголь, по-моему, и сказал, что уголь вообще делается из нефти. Я не знаю, вы пишите сами, из чего по-вашему сделан уголь. Уголь. Я сейчас свое предложение выдвинул, это нефть. Выдвигайте свое. Офигеть. Нам здесь хватит теперь. Алюб. Серьезно. Ой, ё-моё, мы закупили кирку хорошую. Так, когда же буду, я пока дальше буду продолжать копать. О, уже камень. Тут жесткий. У нас тут уже по жесткому пошло все камень. Чисто один камень. Кстати, в принципе, видела это вот, кстати, на менюшке, на главке. Четыре минуты. Давайте дойдем до 5 минуты и все, и мы закончим на этом. Так. Мы пока дальше, я пока дальше буду продолжать копать. Добывайся. Добывайся. Нет, не добудешься. Жаль. Что-то золото давно мы не видели. Офигеть, сказал про золото, и вот оно. Помню говно, вот и оно. Правда, золото это не говно. Это очень-очень хорошие ресурсы. Чем дорогие. Блин, оно вообще какое-то дорогое. Но я хочу поглубже зайти чуть. Чуток. Ладно. Здесь такой же. Ладно, на этом тогда закончим. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.